Всем привет, с вами Нью Зецу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Хогвартс Легаси. Да, всем привет, мы в запретном лесу тут непростительные заклинания делали. Подожди, а куда нам идти-то? О, кстати, возвращайтесь к профессору Шарпа, надо дефинды изучить. Да, кстати, давай, нам нужно больше заклинаний, богу заклинаний. Хотя мне все еще кажется, что их как-то маловато, если честно. Вот. Я, кстати, читканула, чуть-чуть залезла, там по какому-то сюжетному квесту или просто по какому-то квесту дают Алахамору. Так что мы просто до него не дошли. Просто там есть такой момент, я не помню название, не стала особо выяснять, мне просто было интересно, не проебали ли мы это где-то. И там, короче, такой момент, что вы должны быть не меньше 14 уровня. А я думаю, как-то можно оказаться меньше 14 уровня, если мы еще не дошли. Что случилось? А что случилось? А где квест-то? Какой? А, так ты поспи. А, ну думаешь, поспать надо? Да. Ну ладно. Да, вздриманем чуть-чуть, что делать. Вздриманем. И квеста нет. Вздриманем. В смысле нет? Нету квеста. Нету. Вернись к профессору Шарпу, зайди Финда. Ну давай еще раз на карту. А почему? Я не знаю, с чем это связано. Я не понимаю, куда это, блин. Открывается дверь! Зайди, кажется, может быть, там внутри что-то есть. Были еще яйца Докси, но они же непременно вернутся. Что? Подожди, яйца Докси. Попробуй внутрь-то зайти. Давай поставим метку. Попробуем. Хорошо, метке, давай. Вот, пойдем к метке. Это в последний раз я не записала идею о новом зелье, которое пришло мне в голову. А, вон она сидит. Я это же не заметила. Вот же он. В чем проблема? Вы уже выполнили все задачи? Да. Вот. Все задания выполнены, профессор. Так, так. Надеюсь, вы приложили максимум стараний. Ведь, как я слышал, герои не ищут легких путей. Вообще-то все сделано в лучшем виде. Конечно. Да, сэр, разумеется. Хорошо. В другой ситуации меня бы это не волновало, но вы... Я должен убедиться, что вы подготовлены. Сочетание таланта и усердия — редкий дар. Не хочется, чтобы он пропал впустую. Спасибо, профессор. Только прошу, не зазнавайтесь. Поздно. Ну, давайте посмотрим, как у вас пойдут дела с Дефиндо. Достаньте палочку. А что такое Дефиндо? Не помню. Сосредоточьтесь. Если честно, вы отвлекаетесь, Дефиндо может навредить вам. В смысле? Что-то мне кажется, уничтожает что-то он. Посмотрим. Что такое Дефиндос? Дефиндо. Так, разблокирован. Очень хорошо. Похоже, вы освоили Дефиндо. Понятно. Упражняться здесь, в классе. Так будет. А, ну да. Так, ну давай, Экспеллиармус тут уже есть, давай сюда Дефиндо поставим. Допустим. И для окружающих. Давай, Дефиндо! Приятно, когда ученики прислушиваются к указаниям. Это какая-то резалка, короче. Типа режущего заклятия, да. Резалка, отрезалка, короче, ножницы это. Но в этом вопросе, что Снейп потом сделает более интересное заклинание. Блин, забыл, как называется. Прикинь. Вообще вылетел из головы. Ну да. Я уже говорил, что Дефиндо крайне полезное, но опасное заклинание. Хорошо, что вы продолжаете тренироваться. Да-да-да. А что скажешь? Профессор Шарп, у вас найдется минута? Зависит от того, на что вы намерены ее потратить. А скажи мне. Я заметила значок мракоборца на вашем столе и хотела попросить вас рассказать о своей службе. Вы наблюдательны. Хорошо, я уделю вам минутку. Я много лет выслеживал негодяев, торговавших артефактами, которые были созданы с помощью темной магии. Угу. Это что, типа, это при страже? Нет, 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 нет. Кажется, проклятые это страшно интересная жизнь. Не стану спорить, во страшно всяком интересно. Случае. Мне тоже некоторое время так казалось. Я стал отличным мракоборцем.
Однако, если уверенность в себе не уравновешена скромностью, то успех может заставить человека расслабиться. Одна ошибка во время боя все изменила. Расскажите, что произошло? Ну, тайны в этом нет. Мы с напарником выследили подозреваемого в бухте Скарборо. Он занимался контрабандой сушеных голов. Я считал, что он работал в одиночку. Однако я ошибся. И нас уже поджидали. Мы пробрались на корабль, но... Словом, я чудом спасся. А вот моему напарнику повезло меньше. Я понимаю, что работа мракоборца чрезвычайно опасна. Мне жаль, сэр. Так и есть. Но жизнью рискуют не только мракоборцы. Будьте внимательны. И не только на моих занятиях. Это главный урок, который вы должны усвоить. Неверно изготовленное зелье может стать ядом, а вы не заметите разницы, пока не выпьете его. Отлично сказано, профессор. Окей. Однако. Дюфиндо! Бомбарда! Конфринга. А не ожидал, да, Конфринга? Я понял. Оля, да выебываешь ты-то. Экспляр! Ну что делаешь? Давай, какой у нас следующий зал? Представляешь, вот он создан, чтобы быть игрушкой для битья. Ну, это ничто не сравнится, как с роботом, который создан, чтобы приносить масло. Это еще хотя бы польза есть. От приношения масла пользы нет. Как нет? Тебе не нужно его нести самому. При том, что он на расстоянии вытянутой руки. Да. Бедняга. Я думаю, пора... А, кстати, флипанда. Соберите и вырастите урожай водорослей, разбудьте все три боевых растения и одновременно их... Боевые растения, это что? Что-то как-то... А, мандрагора. Надо одновременно использовать мандрагору, капусту и... Тентакулу. И тентакулу. Ёпта. Еще и при том собрать урожай водорослей. А как нам собрать урожай водорослей? Ну, чтобы собрать урожай водорослей, здесь-то все просто, ладно. Это мне надо... Вот, выручай комнату топать. Там у меня эти стоят сады. Ой, а что, так можно вот так красиво сделать? Тут нет растений, ты что мне гонишь? Может быть, это тогда сарказм? Во. Так. Но это у тебя бадьян сплошной. Во, тут у меня бадьян, да. А водоросли у тебя вообще есть? Я сейчас, подожди, соберу бадьян быстренько. Вот я сейчас зайду. Так, освободить горшок. Мандрагору могу посадить. Ну, посади мандрагору. Можно купить... А, мне надо волшебную брюкву. Иди в волшебную брюкву. Все, да, идем. Давай мандрагору-то посадим, все равно да. Она мне нужна. А бадьян вообще можно весь, наверное, вот так вот сделать. И посадить здесь тоже мандрагору. Все, пусть тут бадьян дальше растет. Ладно. Ладно. Тогда волшебную... Ну, погнали в волшебную брюкву. Тогда погоним, гоним, да, волшебную брюкву. Брюква — это вообще что за овощ? Это овощ? Ну, это типа... На что она типа репа или редиса, что-то такое среднее между ними. Брюква — такое название дебильное, если честно. Я даже не знаю, как правильно описать. Это типа редиски, наверное, больше. Может быть. А чё ночь-то опять? Мы ж только что вроде проснулись, нет? Нет. В смысле нет? Ничего, мы не просыпались. Ну, в смысле, мы же поспали, прежде чем ничего мы не поспали. Мы пошли работать сразу, мы усердно работаем. А почему мы не ходим в нашу гостиную? А, это кстати... какой приятный сюрприз. Так. Чё тебе надо? А вот они, Всё тут водоросли купим, конечно. Обязательно, ага. Скажите, если вам что-то... Мальву обязательно. Ой-ой-ой. Маковница. Что-то как-то у тебя деньги... И спорж! 20 монет осталось. Красавчик. Снаряжение, кстати, надо проверить. Надо проверить. Раз все равно сейчас выручай комнату обратно. У меня нет недостатка в товарах. Да-да-да, я уже понял. Так, ну в целом мы на самом деле теперь ни в чем не нуждаемся, вот чем хорошо. Ну да. Это что такое? А, это золото картографии, нифига себе. Ну, сразу туда перемещаться, не ползать, блядь, там...
Сейчас мы посадим Малю, потому что она нужна для этих, для чародея. Для Мерлина, для Мерлина надо. И посадим сразу же водоросли для задания. Ну и все, можно и пока идти, потому что водоросли скоро. Я сейчас даже посмотрю, сколько они на самом деле растут. Оно поливается облачками? Конечно, магическими. О-о-о. Так, Мальву обязательно посадим. Хорошо. Так, мне подъем не нужен. А в смысле? Подожди-ка. Что такое спорыш? Спорыш мне не нужен. А я не могу, неверный размер горшка. Это большое растение. А высокое растение. Подожди, а может быть нужно размер штуки это изменить просто? Наколдуй? Так вот, по-моему. Так, нет, зеленым не надо. Травология. С одним маленьким горшком. Пятью маленькими горшками. С тремя маленькими. А где можно что-то выяснить? С тремя средними. С двумя большими. Чего? О-о-о, вон оно как. Хорошо, с большими горшками где их взять? А я не знаю тогда, слушай. А посмотри, ты на них наведи. Можно купить в магазине фолианты и свитки. А у меня денег нет, все. Блять. Забудь тогда. Ну ладно. Тогда садим сюда Мальву. Мальву садим. Пусть растет. Ну тогда пока забиваем вообще постал хер на это задание, потому что у нас ни денег нет, ни горшков нет, ни хера нет. Мандрагора не трогай, пусть Мандрагора пусть растет. Спорыш один растет, пускай. Ну погнали тогда дальше. Что там у нас по заданиям? Поехали, что. Тогда забиваем пока на сдачу чеснок, это слишком сложно. Окей, ну да. Подожди, а у меня есть, кстати, все три растения сейчас у меня в данный момент? А, в принципе, да. Все три растения, то есть это я могу выполнить в целом. Ну, сейчас на боевке дойдем до какой-нибудь. Так, подожди. И получается, что мы туда идем. Ну, получается, все, дальше по заданию. Угу. Куда нам? А, ну сразу телепортируемся тогда. Ну. Ну, это у нас по сюжету мы должны туда идти. Ну да, дальше по сюжету. А, мы же, типа, куда мы еще идем? Нашли. Да, сейчас надо фигу сказать. Ну да. Фиговому фигу. Чук-чук-чук. Так, ну вот мы и здесь. А покажешь мне задание, куда идти? А что, мы не могли поближе где-то телепортнуться? Я и так максимально близко телепортнулся. Я все еще не понимаю, как эта карта работает. А. Ту-т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 у-
Какого фиг? Я надеялся на встречу с вами. Я нет. Да. Дратути. Вы вернулись? Наконец-то. Министр Спевин больше говорит, чем слушает. Все разглагольствует о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Послушайте, профессор, пока вас не было, произошло столько всего. Домовой эльф профессора Блэка Скроуп передал целый шквал сообщений. Неужели Скроуп отправлял вам сообщение? Мне это тоже показалось странным. Он попросил меня встретиться с ним и прихватить Зачем Гренка может понадобиться? Пещеру под озером. И там мне встретился призрак Ричарда Галкрада. Да кто такой этот Ричард Галкрад? Он когда-то учился в Хогвартсе. Так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков Галкрада обнаружились утерянные страницы. Неужели все-таки нашли? Да, и поскольку Галкрад успел воспользоваться изображенной на них картой, то удалось обнаружить и место на карте. Хотите верьте, хотите нет, но это комната под Хогвартсом. И почему меня это не удивляет? Ну, покажите мне? Там еще где-то тайное есть с Василиском. О, и придется взять с собой книгу. Окей, что-то она, все... мне кажется, не дышала, пока рассказывала. Все держала в себе. Не... Помещение. Да, она такая, наконец-то могу кого-то рассказать. И там нас ждет портрет Персиваля Рекхэма. О. Профессора Рекхэма? С нетерпением жду встречи. Как же этому Галкраду удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивз. А Галкрад потом украл их у Пивза. А, Пивз. Все попортил, блядь. Че, Пивз? Галкрад умер из-за этого. Поверить не могу. Все это время она была прямо у нас под ногами. Хочешь верь, хочешь нет. Красиво. Копайтесь под землю просто.
Что делать надо? Здесь какой-то стол материализовался, типа. Ну, по-моему, был. Был? Тут еще вот так-то два портрета есть. Даже 4-3 портрета. Любопытно. Любопытно. Так, ходи. Это гигантский омут памяти? Нет, это жалко картографии, это на звезды. А нахрена нам звезды? Ого. Выглядит интересно, особенно как они двигаются. Интересно. Это карта. Вот Хогсмид. А тут у нас запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Сцена, когда улыбается, так крипово выглядит. Жаль, что ты этого не видишь. Кто? Жена его, кто там погиб-то у него? Кто пытался разгадать? Да, все поняла. С Эрехом. Профессор Эрехом. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы и просили. А это мой наставник, профессор Фиг. Фиг, как поживаете, профессор Фиг? Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой? Понимаю. Еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного магического дара. Логики. Потенциал и сила которого раскроются, если вы докажете, что достойны. Господи, надо доказать, что достойны. Место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. А мне зачем помните это надо? Воспоминания, которые вы увидели в моем сейфе в Гринготсе? Ну, частично. Допустим. А, ну и там что было? Там о том, что дождик пошел, и они деревню оживили. Нет. Разве там это воспоминание было? Мне кажется, это было позже. Нет, мы еще какое-то воспоминание находили, потому что после этого. Ну, давай частично вспомним. Давай, частично. Я знаю только, что видела воспоминания, но без подробностей. Мы с моим другом Чарльзом говорили о портале и испытаниях, созданных нами для тех, кто способен видеть следы древней магии. Чарльз тоже один из хранителей. Так мы назвали себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания в тайне до настоящего времени. Так что же, ни переход из руин в Гринготс, ни сокровищница, ни запретные секции, ни поиск этой комнаты... Не были частью испытания? Все это важная часть пути. Но не самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы силы и знания, которые мы так долго держали в тайне, ни в коем случае не попали не в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врожденных, так и приобретенных. Но вот что не менее важно. Все, что вы увидите во время испытаний, поможет вам решить, что делать с полученными знаниями. Запаситесь терпением. Испытания многому вас научат, но нужно время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы очень долго ждали, профессор Фиг. Ну уверен, да. Еще чуть-чуть. Умереть успели. Со всем уважением, сэр. Хотя я не знаю, что за секрет вы храните. Я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. Нам повстречался необычайно могущественный гоблин, применяющий невероятную магию, когда мы выходили из вашего сейфа в Гринкотсе. Возможно, мы уже опоздали. Тревожное известие, действительно. Скажите, вы доверяете профессору Фигу? Как самой себе. Что ж, учитывая ваши незаурядные умения и выдающиеся достижения, мы можем начать. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске места испытаний, но пройти их может лишь тот, кто наделен даром. Окей.
Взглянем на карту. Ну, давайте. Что это такое? Я знаю эту башню. Это недалеко. Может, вы и сами ее видели? Думаю, она мне... Ну, нет, кажется, знакома на самом деле. Мне кажется, мы ее видели. Она кажется знакомой. Возможно, ваш юный друг путешествовал чаще, чем вы думаете. Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Вот. Что ты знаешь о башне? Вы говорили, что знаете эту башню. Что вы можете о ней рассказать? Боюсь, почти ничего. Я десятки раз проходил мимо. Она стоит к северу от Хоксмита. Насколько помню, она выглядит заброшенной. Но, очевидно, эта башня не так проста, как кажется на первый взгляд. Ну ладно, свинься там. Окей. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны. И не говорите никому, куда вы идете. Ладно. Хорошо. Ты ж профессор. Какой-то большой. Ну, а ты что хотел? Так, ладно, а что дальше? Испытание Рекхама. Не, подожди, испытание Рекхама. Ну, тут с первого... Я реально не понимаю, как можно не достичь этого уровня. Если чисто по сюжету, типа, идти. Карта мира. Ой, а что тут такая кабанья голова гигантская? Это Хоксмит. Хм, забавно. А, давай посмотрим по этим-то, что у нас. Или ты хочешь прям к башне сейчас? Не, подожди, я хочу... У нас там было какое-то задание с доставкой было, что-то еще. Статуэтки Дими Маски. Дими Маска это... Этот... завхоз в Хогвартсе говорил об этом, вот этот вот, который пьяный был. Да, ну... Так, ладно. Показывает Плациус, замораживающее заклинание. Это Опа. Хороший способ умерить чей-то пыл. Но для начала вам нужно будет выполнить несколько заданий. Да, блядь. Как закончите, зайдите ко мне. Ладно. Бедняга. Все? Она спит только тогда, когда мы ее просим подождать, понимаешь? Все. Лопните воздушные шары над станцией и лопните. А, ну это херня. Ну пойдем. Ладно. Это лажа. Да блин, ты можешь карту открыть? Не так все просто, видимо. Ой-ой-ой, что-то как-то... Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то далеко. Глациус, замораживалка. Это прям интересно звучит. Интересно так, я об этом заклинании услышала первый раз. Нифига не в книгах или в фильмах, его там не упоминают. Его упоминают в третьей части игр по Гарри Поттеру и iGames. Так, подожди, а нас там ничего по пути не попадется сейчас? В смысле? Ну а что там должно попасть? Логово Пушишки нам не надо, страница руководства. А что там делать-то логовых Пушишки? Я хочу посмотреть на Пушишек. Не надо на них смотреть. Надо лететь сразу к цели. Мы их не видели. О. Мы их издалека видели и все. Ого. Фига себе. Так так удобней. А здесь... Ты боишься Пушишек, признайся. Да, Пушишки страшные. Да иди ты нахер. Что делать здесь на? Что это такое? Я думаю, попробую по ним попрыгать. Видишь, ну ладно. Какая я умная. Ладно. Просто они так стояли. Ну вот и все. Настоящие испытания. Да. Вот такие испытания. Испытания, которые мы заслуживаем. Мерлин не дурак. Мерлин придумал. Окей. Чего? Подожди. Это что за вообще за хижина? Хижина, это просто хижина.
Серьезно, так близко, что ли? Так они, их вообще не так много, я так понимаю, они достаточно близко. А тут что-то тоже... А, все, видела, там шары. Кидай. А, это знакомая херня. Там обычно 3 по 3. Так. Сзади тебя, скорее всего, вот здесь это. Еще ниже. Баб. А, все. Ну хоть бы разные заставки сделали, что ли. Разные какие-нибудь эти штуки, было бы красиво. Выглядит неплохо что-то. Так, ладно, что дальше? Ривелио. Ривелио. А, вон, вот это вот, нет, не они? Не вот эти шары, типа, надо? Да, они, наверное. Лопнуть. Неплохо. Интересная фигня, конечно. Но я сделал это. А, ну да, это они, кстати. Да-да-да, я вижу, вижу. О! Пиздец. Слушай, тут этих испытаний, они на каждом шагу. Выполняй, не хочу просто эти испытания. Ну да. А что они дают, я забыла? Они не так расширяют. А. Как бы они для этого... А, это что это такое? О, интересно. Ну, револют сделай. А вот какие-то три штуки тебе подсветились. Вон там. Да. Наверное, подожди. Ну подвиги к ней, она ближе всех. Ривелио. Конфринго. Понятно. Смотрим на заставки с Мерлином 30 минут. По-любому есть версия на 2 часа. На полюбас. На 10. На 10 часов сразу же. 10 часов за... Опа-на! Это что такое? Вижу, Арну удалось вернуть свои вещи. Теперь Ранрак и его глупые сторонники дважды подумают. Бабкук. Ну окей. Здравствуйте. У вас есть товары на продажу? Конечно, но... как вы здесь смогли оказаться? Заблудились? На метле залетела. Я люблю гулять. Давай. Я просто гуляю по окрестностям. Ага. Приятно иногда вырваться из рутины. Я и сам люблю путешествия. Меня зовут Леопольд Бабкок, и я действительно торговец. Что ж, раз вы тоже любите незаурядные путешествия, хочу напомнить, как важно иметь при себе запас рябинового отвара. Кстати, у меня скажу мало. Скажу вам, что, например, в запретный лес нечего и соваться без него. Что скажете на этот счет? Лучше ведь задуматься о безопасности на пути. Я подумаю об этом. Благодарю вас, мистер Бабкок. Скажите, если что-нибудь приглянется. Ну да, дай посмотреть-то. А что у вас можно купить? Что вам сегодня нужно? Небесная коса. Ну, я думаю, нет. Ничего. Приятно было повидаться. А подожди, он сказал про рябиновый отвар. Не было рябинового отвара? Да. Вот уж кто умеет. Вот уж кто умеет, говорит. Так. Подожди, а там еще... Второе, да. О. Поле для квиддича тебе нужно. А, поле для квиддича всего лишь. Ну, летим. А подожди, на прямом есть телепорт быстрый. Угу. Ну ладно, давай сюда хотя бы. Мне кажется, был, нет? Он, наверное, на карте Хогвартса есть. Возможно. А ты также телепортировалась также в полете? Интересно, не знаю. Или... О! Понятно. Логово пушишки! Это что такое? Подожди. А, это... Это что? Это что, подожди? Ты сесть можешь? Нет!
Это опять эта херня. А, мы еще не знаем, как это работает. Это, наверное, кстати, к залу в картографии относится, мне что-то кажется. Вон они. Я их вижу. Ого! А ты же его прокачал еще? Там прям вообще что-то это... колоссальное. Ты дыщ! Отлично. Прям так шумно. Из-за ветра. Не вмазывайся ни во что. Вот он. Еще одно логово Пушишки. Много здесь логов Пушишки нынче. Ну или это логово какого-нибудь другого зверя. Ну все, мадам Кагава будет довольна. Мадам Кагава будет довольна. Можно, кстати, долететь сразу. А мы можем поспать. Ну. Можно, знаешь, для приличия закончить серию на том, что мы переместимся в это. В свою, наконец-то, спальню в Слизерине. Это что такое? Это сундук под крадук. Спалил. Скотина. Иди нахуй, говорит. Ладно. Ну ладно. Ладно, на этом закончим. Да. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.